Все у нас хорошая, модная стрижка, красивая. И мы сейчас просто на сухой волос попробуем использовать укладочный гель Трия. Вот такой. Мы берем семерку. Он не будет сильно фиксировать, но при этом будет хорошая гибкая укладка. Буквально немножко этого геля. Разогреваем, как обычно, несмываемое средство в руках. И делаем красивую нам челочку. Можем еще выше приподнять, как угодно можем. Фиксация будет не сильная, просто складывается волос так, как нам надо. И мы делаем прическу более уложенной, ухоженной. На ощупь ощущается. Хорошо. Не липкий, да, правда? Нет. Он просто хорошо дает волосу уложиться, и можно его взять. Убирает пушистость, да, укладывается челка туда, куда нужно. И сейчас, если выйти на ветер, то будет все равно шикарно. Если мы захотим потом сделать какой-то эффект мокрых волос, мы его можем использовать на влажные волосы.